Итак, Анжа, тут, братья, сейчас такой небольшой эксперимент. Я записываю прям в 3D шлеме. Не знаю, как она запишет. Возможно, никак. Возможно, будет криво. Блять, ну заодно проверим. Возможно, вообще видео не будет. Так, и в 3D шлеме. Я как бы теперь во все игры играю только в шлеме, даже на компьютеры. Кстати, на компьютеры еще круче, да, потому что все 3D игры, то есть все игры практически 3D поддерживают настоящие. А 3D настоящее круче, чем даже вот он, который он делает. Потому что вообще пиздец, виртуальная реальность. Короче, эта игра, смотрите, она поддерживает 3D, смотрите, настройки графики, да. И тут целая графа графика, то есть реально оптимизирована, то есть она без глюков должна идти, без всего и всего. Так, ну то, что она поддерживает, это не значит, как бы, столько же другие не поддерживают, и наоборот. Например, блядь, в Dead Rising написано, да, там 3D Vision Ready, а там вообще все жутко глючит, сука, и вообще пиздец. Там два кадра выдает, но неважно. Так, игра Трайн. Я делал обзор первой части, играет Абдулена, сразу видно, это реинкарнация Lost Vikings. И тут более бюджетная, то есть, блядь, более, блядь, блокбастерно сделано. Блядь, не блокбастерно, в общем, сука, не так уёбышно нарисовано было, потому что уж там был какой-то уёбок, школьник нарисовал, это просто пиздец. Тут вот, видите, хоть типа в стиле комиксов, картинка небольшая, и там дальше. Вот. Тут играть можно на геймпаде, да, и ну, в первую можно было так, и мышка. Ну, я сейчас мышкой играю. Так. Ну, выглядит, как и все игры, она обдуленна. Просто это как бы не 3D-шутер, и там нет такого погружения, но все равно, блядь, как кукольный театр такой. Блядь, это в шлеме такого, так все охуенно это. Просто пиздец. Блядь, а графон лучше стал. Так. Так, а как скрыть это так? Блядь, сейчас попробую так. Хайдхак. Ctrl-Alt-N. Вот, вот. Теперь нормально. Так, о, тут похоже, новая история, да? Нахуй знает, может, продолжение. Но вроде по заставке... В общем, это похуй, да? Тут это не важно. Тут главное охуенное, блядь, это то, что это Lost Vikings, нахуй, блядь. Вот, на пузырях, вот смотрите, новые нахуй же ввели, да, как Portal 2, нахуй. Эти гели, нахуй, захуячили. Ой, видите, скользить теперь можно. То есть, так, о, пиздец. Блин, видите, как Абдулена, ну там тоже так можно было, да? Видали, а какая тут физика охуенная, тут все это, блядь, это такая охуенная графа. Там единственно, блядь, убогий дизайн был в заставках, да, в первой части, а так все тоже Абдулена. Сука, пиздец, как я, блядь, к сожалению, блядь, так и не прошел, и все хотел, времени не было. Также делим я, блядь, и озвучка на русском, да, охуенно, блядь, сука. Какой-то, блядь, сука, блядь, сука, какой-то педофил там рассказывает. Ой, блядь, и сказка, сука, блядь. Вот смотрите, блядь, какая физика теперь, грибочки, сука, нахуй, а. Блядь, вот это, сука, наркомания, нахуй, а. Блядь, галлюциогены. Сука. Вот, и сейчас постепенно найдем других уёбков. Блять. Или как бы они еще камень не взяли, не блять, сука, не, блять, клонировались, так сказать, в одно. Так. Так, а, вот, смотрите, тут думать надо охуенно, видите? Заебашить надо это, и тогда... Видите, как хитро, да? Не просто, сука, уже с первых начал. Блять, ой, блять... Блин, сука, такая мудреная игра, хитрая, блин, как Lost Viking, да? Это первая игра была, сука, на Sega вышла из Super Nintendo. И, блядь, она, сука, охуенно, блин, там ничего такого раньше не было, да? И потом вот эти пошли все командосы, нахуй, тоже Lost Viking, да? И куча других игр, да, где один что-то, о, появился, да? Да не умеет, там смысл, да, что каждый герой что-то одно умеет делать, да, и надо между ними переключаться. А сами они бесполезные, ой, ой, без чего? Родина в опасности, сука. Ой, блядь, сука, пиздец. Блядь, ой, пиздец. Вот сейчас расскажет, как сюда, продолжение это, короче. Вот, и он рассказывает, блядь, как он отучился, вот. У крестьян беда. Блядь. Пиздец, как охуенно, реально, нахуй, блядь, как, сука. Это, блядь, 3D охуенное, блядь. Я только в 3D теперь играю, вообще, блядь. Какое говно не 3D, это вообще пиздец. Причем какое говно даже 3D не в этом шлеме. Потому что там глаза удаляют, блядь, болят все время, блядь. И темно, нахуй. На телевизоре, конечно, лучше, но все равно, как бы, лень очки эти его одевать. И, опять же, говорил, я там особо не играл, у меня в другой молитвенной комнате.
Он стоит. Так. Ну так. О, блядь, ну сука, все похорошело, блядь. Не просто, да, какие-то, сука, скелеты, да? Там. А теперь уже, нахуй, уже органитизер у нас, какие-то зерги, нахуй. Ой, блядь. Ой, блядь. Так. Геймпад, что ли, взять? Сейчас попробую. Так. Вот у меня подключен. Вот я уберу, и по идее должно... Вот, все. Нет, странно. Нет, не работает. Настройки. Так. Дальше будем шабдоль. Вот, раскладка клавиатуры. Контроллер, Xbox, все. Ну, тут как бы мыши в некоторых местах удобнее, потому что как бы целиться этим колдуном, может, даже прикольнее. Но геймпадом тоже охуенно, блядь, обратная отдача, интересно, есть? Блядь, я, блин, так собирался, на OneLive потом появился, я собирался, потом забыл. Потому что обдуленные игры, их надо проходить такие, хотя она, блядь, и однообразная. Но, блядь, а какой же графон, сука, красивый, это пиздец, а? Сука, твой самый красивый, блядь, 2D-платформер, да, двухмерный, в плоскости такой, типа, из самых. Вот Тинтин, нахуй, да, сейчас играю. Такое говно, блядь, по графону, хотя тоже качественно сделано. Ну, как будто для PlayStation 2, а тут, блядь, это, сука. Вот это, блядь, графон, нахуй, тут покруче, чем в Crysis 2 даже будет. Местами. Просто еще вручную, да, нарисовано. Вот знаете, как охуенно? Как будто нарисовали картину, да, охуенные художники, и все это как бы в 3D получилось. Блять, то есть отдельный кадр бери, нахуй, в рамку вешай. Блять, и пиздец, все это живое, блять. Это какая-то вроде как бы инди-игра еще. Выходит, хуй знает кто там делал. Вот, видите, мол, взял. Блять, и все камни на тебя летят в 3D, блять. Интересно, как запишется. Так. Блять. Пиздец. Блять, какой шлем охуенный. Блять, и вот мне тут, блять, только первый день мне в нем плохо стало, когда я играл там много, а потом я целыми днями вообще по 40 часов играл, и сейчас играю, ничего вообще не болит, и ничего не устает. Ну только если сильно затянуть, там могут, блядь, ему уши уставать, это уставать или давить на нос. Но если головой вниз ложиться, да, блядь, и просто на голову накладывать, то вообще не надо даже застегивать его, и вообще ничего не устает, и обдуленно. Блядь, вечно можно играть. Блядь. И как он автоматически, да, Чего? А переключается, да? Надеваешь шлем, нахуй, монитор вырубается, вырубается это, да? Там, снимаешь шлем, а опять монитор работает. О! Опять бледина. О, вампир, нахуй. Блядь. Пиздец, блядь, какая физическая модель всего тут. Все, нахуй, блядь. Тут физики больше, блядь, нахуй, чем в этом, блядь, Little Big Planet, который все части проходил. Тут даже больше, нахуй, физический голома, когда как Little Big Planet, она вся на физике была основана, нахуй. Давайте. Блять. Сука, пизде. Блять, блядь, камень прям падает реально с грохотом. Блять, экран трясется, блять, а. Вот. Так. Так, вот, видите, блин, на геймпаде прикольнее все-таки. Проще, да, там пока там разберешься, что нажать. О, тихо. Пиздец, ну какой графон, блядь, охуенно, посмотрите, и фоны, и все. Блядь, облака только на заднем фоне вроде не выглядит, но не выдвижется, он как будто специально, да, застывшись такая иллюстрация, ну, блядь, эти шатаются, видите, как в Street Fighter, вот фоны напоминают. Ну, блядь, что там в Street Fighter, ебаном, там несколько фонов, а тут целые уровни. И все вручную, блядь, захуячено. Это пиздец, а какая игра охуенная. Блять, только по одному даже графону и по физике, блять, и все оригинальные, главное, блять, несмотря на то, что очередной там клон на тему, блять, Lost Viking. А Commandos это такая параша, блять, это пиздец, какие уёбки в это играют, и кто ее придумали, потому что... Так. Сука, ну чё надо? А, крюк. Блять, ну... Вау. Пиздик, блять, как ниндзя, а? Пиздец, а. Аншабдуль, ниндзячка. Блять, Аншабдуль, Аншабдуль, из кожи Ленина. Из кожи Ленина. Из кожи Ленина. Кожи Ленина, блять. Кожи Ленина. Кожи Ленина. Из кожи Ленина.
Пиздец. Блять, вот эта сука, эта веревка реально сделанная не из кожи, а даже из жил Ленина. Видите, какая она эластична? Она только под этим мумифицированным составом может такая стать. Да? Видите, как у Спайдермена паутина, только из кожи Ленина, из жил Ленина точнее. Вот. Бля, вот это, сука, пиздец, сука, нахуй, блядь. Блядь, нам бы, нахуй. В наши годы, блядь, в совке такую, сука, веревку, нахуй. Тут, блядь, мы там, блядь, тарзанку делали, сука. Из дохлых котов. Дохлых котов брали, да? Или сами их делали, из живых. И как бы из них тарзанку связывали хвостами, там. И на них, блядь, через костер, нахуй, через, блядь, с крыши сиганули, нахуй. Блядь, половина так убилась, ребят. Ну, долбоёбы, что с ней взять? Мне, правда, повезло. Блять. Я... Так. Блять, я... Вот, началось все. Ой, вот это, блять, сука, вообще... Реально, книжка такая живая. Блять, вот и закат, блять, сука, вообще пош... Блять, раз... Блять, птица, блять, это, сука, высокохудожественная хуйня. Жалко, что в первой части все испохабили, да? Именно заставками вот этими. Начальные, по крайней мере, заставки. Ее как бы на аутсорс, да, дают. Как бы, блядь, нет, не значит, что все вот эти... Эта команда наделала всю графику в игре. Они отдают на аутсорс там всякую хуйню. Могут вообще полуигры отдать. Могут вообще сами что-нибудь делать. Как Deus Ex Human Revolution, например, отдали этих всех боссов, да, на аутсорс. И там получилось, хуй знает что уже. Как будто вообще не из другой игры. Как будто из Metal Gear. Хотя это, может, так и задумывалось, там крутые боссы, пусть какие-то уёбки, о, пиздец, о, вот не, вообще с боссом надо воевать, блядь, надо с ним договариваться, сука, нахуй. Такую хуйню пишут, блядь, вообще, блядь, жирафоны эти, блядь, пиздец, а. Вот это графон, сука. Блядь, ой, блядь. Анша Абдуль. Ну, сука, пиздец, Абдулле, ну, все живое, вообще. Блять, и вода, смотрите, от нее, сука, обтекает. Блять, прям как будто слезы, блять, Ленина льется. Блять, с гноем. Блять. Цветочки, блять, грибы, сука. Ой, блять. Сука, чтоб я так жил, нахуй. Блять. Пиздец, блять, а. Так, чё надо? Блять, ну сука. А, вот, все пошло нахуй. Смотрите, все пошло. Видите, колдовать могу. Вот, смотрите. И блять. Ой, а чё это оно? А с чего это оно выросло? Блять. Видите, вот так? Вау, блять, ну. Так. Блять, ну видите, сука, ящик, блять, сорвался, сука. Пиздец, а. Анша Абдуль, братья, Анша Абдуль. Вот, пошло все. Вот. Так. Блин, и камень, эти летит, сука, проломил и пыль, нахуй, и все. Блин, все такое охуенное. И, наверное, и 2D, и в 3D, это пиздец, даже в Diablo 3. Я там бету играл, не такой графон крутой, хотя там тоже, типа, сел-шейдевый он. Тут гораздо все красивее, блядь. Пиздец. Блядь. Сука, охуенная, блядь, и в 3D, нахуй, блядь. Первая она вроде не была в 3D. Ну как, была, да, но там не было, типа, в опциях, нахуй. Нахуй, потому что когда в опциях впиливают 3D, это охуенно, да? Блядь, а есть версия, что, блядь, и на приставке тоже в 3D будет. Хотя хуй знает. Так. Ну-ка. Блядь, стену! Ну там также можно было в первой части. А паутинка, смотрите, она мне прям в монитор вылезает, нахуй. Блядь, в мозг, блядь, с этим 3D-шлемом. Блять, ой. Извините, конечно, если там картинка вообще не пока. Блять! Тролли, блять! На переднем плане, я же охуел, они прям, сука, будто. Блять, у меня в мозгу сидят, блять. Ой, блять! Блять, вот это, блять, враги охуенные, тут какие-то ебаные скелеты. А тролли, смотрите, охуенные, блять, полигонов больше, чем, блять, в обливу, блять, в Скайриме, нахуй. И разнообразие в них. Блять, их высокоху, блять, и физику всех раз дурак дроу, блять. Ага. Гоблины это, да. Ага. Пиздец, а. Ты, блин, ну какая же охуенная игра. Ну если она, блять, она надо, блять, как бы себя заставлять в нее играть все-таки. Как бы. Блять.
Ну нахуенная, блядь, просто сука. Блядь, хотелось бы поскорее, нахуй, сука, так, блядь, там всех пиздить. Блядь, ну сука, из головок, сука, она охуенная, блядь, на уровне портала, да вам можно сказать. Блядь, ну конечно, не блокбастер такой, сука, 90-х, но, блядь. Блядь, вручную сделано, блядь. Блядь, ну все нахуй, блядь, а. Вот это пиздец, а. Блядь, ну ты сука. Блядь, блядь, он толкает, блядь. Так, а мы теперь это еще поднимем. Пиздец, а. Ну. Блядь, ну видите, сука, теперь думать надо. Видите, уже не просто так. Хуй ты просто так разберешься. Так. Ну а если вот так? А видите, даже не полный квадрат прочел просто на коляку, да, и она понимает. Распознавание хорошее. Потому что на геймпаде сложнее, чем мышка черти. Блять! Блять! Твари, бля! А, вот! Вот, вот, щитом, щитом! Вау, вау! Блять, блять, о, блять! Вот это ебать. А как восстановить теперь колдуна? А о, он восстановился, видимо, от бутылочек. Видимо, как бы, да, если Lost Viking такая хуйня была, у тебя убили еблана этого одного, сука, щитом или со стрелой там, блядь, или со шлемом, и все нахуй, как бы игра не заканчивается, да? А дальше ты пройти не можешь, блядь, да? И такой лютый пиздец, сука, получается, нахуй. Ты думаешь, что делать, сука, а все, одного проебал, и вон игра не заканчивается, блядь, а все равно пиздец тебе, да? Сука, блядь, чтоб, блядь, дети, блядь, башкой бились об асфальт, сука. Я пол, нахуй, блядь, с 7-го этажа. Пиздец. Блять, из 17-го. Пиздец, сука. Бля, тут нахуй тут бутылочки, сука, нахуй, блять. С бодярой, нахуй, сука. Блять, сожрал, нахуй, сука, и поп, нахуй, выкинулся, сука, из ада. Блять, давай, сука, блять! Ну давай, сука, ольша, бдуль. Так. Выбери цель, объект, нажмите, чтобы удалить. Как его удалить, нахуй? Да пошли нахуй тут он дальше вот. Угу. Да, не пройдешь. Блять, тролли, сука. Блять, сука, блять! 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 Сука! А убивает-то быстро. Блять! Я какой кнопкой? Вот, ебатик, сука, нахуй. Блять! Вот, блять, вот сука, а. Блять, тролли, блять, сука. Блять, какой кнопкой, сука, стрелять? Твари, блять. Блять, сука, блять. Блять. Блять, сука. Да это, блять, сука. Блять. Сука, я, блять, пересрался в этом 3D, сука, от страха. Блять, ну ты, сука, стреляйся, блять. Все, ебанули, сука, все. Пиздец, троллю, нахуй. Ну чё тебе, сука, теперь? Блять. Ну давай же, а нахуй же. Так, надо вот сюда квадрат еще. Ну. Ну чё, сука. Да хули так перепрыгнем. Блять, ну сука, в 3D, сука, вообще пиздец. Блять, вот ты сейчас, сука, издеваешься, падла. Блять. Сука, вы же ебанули моего, сука, Илья Муровца, блядь. Сука, блядь. Блядь. Блядь, сука. Нихуя себе, блядь. Вот это... Блядь! Блядь. Так. О, видите, остановилось. То есть, видите, она, блядь, даже раскачивается реалистично. Давайте уже. Сука, ну какой, как они так сделали, даже непонятно. Вроде 3D и вроде как 2D выглядит, но явно 3D. Причем, сука, красочно так, блять, это... Блять! Ну, вручную, сука. Хуячили, блять. Жалко, что первую часть этой заставкой, блять, уебочной, неправильно нарисованной, загадили. Ой, блять, трай, нахуй. Пиздец, вроде, блять, в чем игра не распиаренная никак, но она охуенная, да? А, просто отпустить надо, вот. Блять, вы заебали, твари, блять, сука. Блять, троллё ёбаное, блять. Блять, вы чё, сука, издеваетесь? Пиздец, блять, блять, гнида, а? Ну, сука, гнида, а?
Блять, все, заново идти за этих, блять, из-за того, что, блять, Илью Муромца ебанули. Блять, почему он не устанавливается? Мразь, блять, сука, нас, сука. Блять, вот тебе, сука, как в аватаре, нахуй, блять. Сука, стрелу, нахуй, сука, в жопу, блять. Блять, ему зон такой, сука, напряженный пошел. Блять, как бы ремастер, да, от первой части. Похоже было там. Где, сука, блять, Муромец? Твари, блять. Стрелы стрелами загасим сейчас. Может, наверх надо ебануть? Нет. Блять, ну... Хуй, блять, на геймпаде прицелишься. Сенса, что ли, большая слишком? Ладно, хуй с вами. А если вот так ему нахуй туда сбросить, сука, кирпич, блять? Чё-то нихуя. Блять! Гнида, а? Надеюсь, он в обратную сторону не будет. Во, мне должны сейчас восстановить. О, восстановили, бля. О, видите, а главное, сразу соображаешь, да, что делать надо. И не надо по часу думать, как раньше в квесты были, сука. Ты годами мог там все перекликывать. А в итоге надо, блядь, спиздить, блядь, курицу, нахуй, как Monkey Island. Блядь, и на ней проехать, блядь, по проводу оголенному. Как на тарзанке, блядь, это вообще пиздец. Пиздец, ну и чё? Ну вот эту проебали, да, стенку. А она до той не... А! Может так? Так. Суки, Анши Абдуль! Блядь, ну ты тварь, а? Хм. В общем, блядь, Абдулянная игра, это, блядь, с первого кадра нахуй видно. Ну-ка. А тут ползаю случаем, никто не умеет. Ну, может, блядь, колдуна нахуй? Блядь, сука, Кашпировского. Блядь, ну давай ты... Блядь, сука, нихуя. Ну, что делать? Смотрите, блядь! Пиздец какой-то, а? А, вот, наверху, смотрите. Так, и нажмите. А что нажать, чтобы удалить? Блять, ну и как проебать, сука, пол? Бля, о, блять, охуеть! Видали, сука, чуть посильнее она проламывается, значит, это можно, смотрите. И это даже видно, как она прогинается. Ну, блять, слабовато. Ну, значит, мы полезем вверх, нахуй, хули там. Хули, блять, а? Еще наколдуем сейчас, сука, нахуй. Хаттабыч наколдует, блять, этих ящиков, блять. Ну, а теперь хули, блять, это тарзанки, что ли? Блять. Блять. Ну ты сука, а. В общем, Абдуленная игра. Ладно, сейчас для проверки просто записываю. Не знаю, хватит времени пройти ее. Сейчас, сука, вовсю играю, вообще пиздец, переигрываю. По 10 разу в 3D, блять. Так охуенно, а. Блять, ну ладно. В общем, Анши Абдуль, братья, в общем, Абдуленная игра, пиздец, в общем, Анши Абдуль, там на канал подписывайтесь, да?